ничего величественно и спокойная эта планета. Не похоже на Кибертрон в его последние дни. Я часто думал, как бы все повернулось, если бы ты участвовал в финальной битве, а не я. Ты был нашим вожаком, Сентинел, и вправе снова повести нас за собой. В неведомом мне мире, и я твой наставник, Оптимус, а ты мой.